Привет, друзья! Сегодня я представлю новый плагин, который я сделал. И у этого плагина нет особой важной функции, так что это просто для украшения. В любом случае, давайте посмотрим на команды. На самом деле я добавил довольно много частиц. Позвольте мне показать вам одну, например, Cloud. Одну секунду, пожалуйста. О, да, эта частица самая красивая, но на остальные частицы вы можете посмотреть сами. Потому что сейчас конец видео, а ссылка на скачивание есть в описании. В любом случае, до свидания. Missing someone.